привет, ребят! Хочу вам сделать обзор на наш отель, в котором мы находимся уже почти неделю. Отель Шарм-эль-Шейхе, один из лучших, кстати. 5 звёзд. Тут даже все местные отдыхают, большинство. Вот, начнем мы с пляжа. Единственная вот как раз проблема — это пляж. Там сейчас еще отлив снимаю. Я вот, например, такое море не люблю. Тут кораллы одни, вообще пройти очень сложно. Есть какие-то дорожки, где можно пройти, но люди вот сидят вот так, максимум там по пояс. И если кто любит глубину, то вообще не получится поплавать, только с пирса. Вот, а с пирса там 20 метров глубина. У нас сейчас, кстати, закат. Очень красиво. Для меня, конечно, очень важно, чтобы было море. Я очень часто путешествую, ну, вы знаете, кто на меня давно подписан, что я обожаю море. Я решила съездить первый раз, посмотреть, что такое вообще Шарм-эль-Шейх. 7 лет назад я была в Хургаде, потом, вы знаете, какая ситуация была, закрыли Египет для России, вот, и мы не ездили, потому что нам не хотелось ездить там какими-то непрямыми рейсами. Открыли Египет для русских туристов. Египтяне вообще прям обрадовались нам, говорят, что ура, из России вы, мы обожаем Россию. Вот такой здесь пирс. И уже вот красный флаг повесили. Был желтый недавно, в 17:30 уже всегда красный, потому что солнце здесь рано садится. У нас такой вот риф, там все ныряют. И спасатель за всеми следит. Вообще, в принципе, мы ждем каждый день вот желтый флаг. Утром вы не поплаваете в море. После обеда, где-то часа в 2, бывает раньше, иногда в 12, уже желтый висит до 5:30. Можно спокойно плавать. Здесь у нас ежи обитают и рыбки плавают. Уже на пирсе никого. Сейчас вам просто вот засниму, как это все выглядит. Соседние такие же отели, там тоже только пирс. Но на самом деле иногда бывает, что красный, что желтый, одна фигня. Просто они дают возможность поплавать людям. Поэтому надо быть очень аккуратными. Тут волны сильные достаточно. И для тех, кто не умеет плавать, конечно, это проблема будет. Вот. Еще все плавают, хотя бы есть красный флаг. Но вот спасатель уже всех выгоняет. Кстати, супер спасатель вообще, Мухаммед. Офигенный, всем помогает. Он там круг бросит, если что. Безопасность здесь на высшем уровне, вы не утонете, это 100%. Ну, потому что все-таки Красное море держит. И очень тяжело утонуть в нем. Плюс спасатели все супер. Но вот здесь, видите, буйки. Далеко не уплывешь. Вон там можно еще поплавать. Конечно, вас никто не будет останавливать, если вы захотите поплыть куда-то. Но вам будет свистеть, конечно. Вот здесь такая лестница. Вы просто спускаетесь. И вот здесь вот все ныряют. Еще даже погружаются. Здесь дайверов очень много. Вот кораллы, конечно, великолепные. Они все разноцветные. В отзывах на самом деле пишут не все, и мы вообще офигели, когда приехали, потому что в отзывах все было шикарно. Это отель лакшери, он такого высокого достаточно уровня, то есть есть рядом отели, они в плане анимации крутые, одни из лучших в Шарме, но у них страдает все остальное, сервис и так далее, хотя говорят, что еда вроде там вкусная, и еще дают там морепродукты. Вот, кстати, сегодня мы идем в рыбный ресторан. Начну сначала с территории отеля, а потом уже вам расскажу всякие нюансы. И море нас немного, конечно, разочаровало в Шарме. Хоть мы и первый раз, но спрашивали у других, которые постоянно отдыхают в Шарме, они говорят, что такого нет. Вот, как вы видите, шторм, красный флаг. Вот сегодня, кстати, наглядный пример. Такой вот сильный ветер. Очень тяжело с лестницы спускаться. Сносит, тебя может ударить об лестницу, и там сразу глубина 20 метров. Вот такой не особо глубокий бассейн, ну как обычно стандартный бассейн в Египте. И в Турции такие же.
ничего особенного нет в этом бассейне. Для тех, кто любит бассейн, в принципе, тут прикольно, но это такой релакс-бассейн. А следующий бассейн, он уже такой тусовочный, там постоянно музон, анимация. Только днем и вечером шоу. Больше здесь ничего нет, ни дискотеки, ничего, потому что это такой релакс-отель. Если вы хотите потусить, то вам не сюда, а в следующий отель. Я напишу здесь название его, мы вчера туда ходили на дискотеку. Просто супер дискотека. Я вообще первый раз такое в Египте вижу. Обычно вот такие дискотеки в Турции. Но вот этот отель реально тусовочный, то есть для молодежи. Если хотите потусить, здесь просто реально чил. На расслабоне все. Тут в 11-12 уже все, отбой, все спят. Да, вот здесь вот такие вот лежаки. Ну, этот бассейн прям возле моря. И мы, кстати, живем прям вот у нас вид на море, самый последний корпус. И это такой один из лучших номеров нам дали. Мы прям любуемся видом на море. Очень крутой номер у нас. Ну, нам нравится второй этаж, чтобы никто не мешал. Номера стандартные, практически одинаковые, так что без разницы. Единственное, вот первый этаж мне вообще не нравится, потому что я не люблю его. Может быть, да, есть люди, которые очень любят первый этаж, особенно с детьми, чтобы не спускаться, не подниматься. Но он выглядит примерно так. То есть здесь все ходят. Здесь у нас второй бассейн, как раз где вся тусовка. Я нашла вот такое вот прикольное место. Здесь можно сидеть так. Тут такие же лежаки один в один, номера вот тут рядом. Первая вот часть бассейна. Здесь у нас волейбол играют водный. А дальше бар. Бар, он прям вот в бассейне. Вот там обычно играют водное поло. Ну, бассейн достаточно большой. Там играют обычно в дартс и еще какие-то там занятия, йога. А акваэробика вроде здесь тоже есть. Но это все в бассейне, на море только зарядка. Так на море там ни музыки, ничего, просто вот полнейший релакс. Так что если вы хотите хоть какую-то музыку на пляж, то берите с собой колонку. Обычно здесь все лежаки заняты. Вот ближе уже к обеду, даже раньше, наверное. Часов 10-11 все занято. Очень тяжело место найти. Поэтому, ну, как везде, надо занимать заранее просто. Ресепшн, лобби-бар и столовка. Паб, да, и там есть бильярд, аэрохоккей. Мы играли. Но раньше там еще вроде как была дискотека. Сейчас ее закрыли из-за ковида, как я поняла. Ну, потому что в помещении. Вот, а там дискотека в том отеле, она прям на море практически. И там вот минус в том, что тоже ветер сильный, все сдувает. Ну, а так прикольно, конечно. На свежем воздухе дискотеки всегда лучше, чем в помещении. Вот. Тут прям русских очень мало. К нам аниматор сказал. Здесь в основном все из Каира, из Ливии, из Палестины, ну и Украины, и Белоруссии. Вот такой вот ресепшн. Нечего здесь особо показывать, это я поднялась уже. Внизу там столовка как раз. А я сейчас покажу еще лобби-бар. Ну вот лобби-бар. Да, около бассейна бар и около моря бич-бар. Вот здесь есть такой детский клуб, как площадка сделана. Прикольная площадка, кстати. Здесь еще есть шахматы. Вот первый раз вообще вижу, что у них кто-то играет. Ну, ладно. А, да, еще есть детский бассейн. Забыла про него, но он прям маленький совсем. Вот здесь море и бич-бар. Ну, здесь, как обычно, всякие коктейли, перекус небольшой. Есть милкшейки и фреши за 3-4 доллара. Да, кстати, хотела вам еще показать. Здесь есть спортзал.
еще какой-то салон и спа. Но в спа я не буду заходить, там, наверное, все как обычно, еще бассейн есть вроде в спа. Ну, там, как джакузи. Вот здесь вот тренажерный зал. Территория достаточно большая, и вот, кстати, еще на машинках здесь возят бесплатно, если вам нужно доехать куда-то до пляжа, например, или до ресепшена, или до номера. Вот, это очень удобно. В выходе, вот Клеопатра, да, отель, это выход. И вот здесь еще такая огромная территория. И еще есть бассейн. О нем мало кто знает, походу, потому что далековато идти. Вот такая здесь красота. Тоже достаточно большой бассейн. Здесь есть батуты. Тоже прикольный, кстати, бассейн. Тут народу никого нет. Продолжим наш обзор. Засняла практически всю территорию. Ну, самое интересное, что здесь есть. И теперь я хочу вам рассказать вообще, в принципе, про этот отель. Стоит ли вообще сюда ехать? Говорю максимально быстро, чтобы вам было не утомительно и от себя. Первое, о чем я хочу поговорить, это, конечно же, море. Для меня море — это самое главное. И я всегда езжу оздоравливаться. У меня проблема с кожей, вы знаете, наверное, многие, да, у меня аллергия, я лечусь, как бы, можно сказать, на море. Особенно у нас в Москве и вообще везде в России ужасная погода, поэтому, да, я люблю тепло. В любое время года я всегда была в Египте. Если вы умеете плавать, да, вам будет, в принципе, нормально в этом отеле, потому что я вот умею и нырять, мне здесь комфортно, и то не всегда, потому что я люблю утром плавать, а в обед я не очень люблю на море тусить, потому что сильное солнце вредно. Я не люблю бассейн, потому что аллергик мне это вообще не на пользу. Почему-то всегда, когда я плаваю в бассейн, подцепляю какую-то заразу. Вот последний раз там в Турции, когда была, плавала в бассейне, подцепила вирус коксаки. Вот говорить именно о погоде здесь. Ну, сильный ветер довольно часто, из-за этого волны, шторм, и вы не поплаваете, даже кто умеет плавать, как-то некомфортно, у кого не спрошу, ну, да, мы погружаемся, кто-то там дайверы, кто-то просто с масками ныряет, я люблю нырять, я обожаю именно глубину, на мелкоте вообще не люблю плавать, а тут именно либо вы бегемотники, либо вы спускаетесь по лестнице, да, сразу глубина 20 метров. Конечно, Египет не сравнится с Турцией, да, в плане чистоты. У них тут все попроще, но это Египет, к этому надо просто привыкнуть и все. Говорят, здесь местные, это один из лучших отелей на побережье. Он, я бы не сказала, что супер прям крутой, выглядит нормально для Египта. С детьми, возможно, вам здесь будет удобно. Особенно подойдет этот пляж для маленьких детей, которым еще рано учиться плавать на глубине, но опять же есть везде свои минусы, и будьте осторожны. Ведь можно легко поцарапаться об кораллы, и именно поэтому я всю жизнь летала именно в Хургаду, когда была маленькой, ведь это намного безопаснее, и там пляжи адаптированы для детей. Но все зависит, конечно, от вашего ребенка. Я вот, например, в детстве очень любила плавать и училась прям с самого детства, и в нарукавниках плавала на глубине. Поэтому я вас предупредила, заход здесь плохой. Так как здесь очень сильный ветер и штормы, может быть намученное и сильно грязное море. Также здесь очень-очень мелко, как вы можете заметить. Вот так проходит утренняя зарядка в отеле. Еще один очень важный момент. Даже если вы хорошо плаваете, не рассчитывайте на то, что вы будете спокойно это делать. По крайней мере, когда именно я отдыхала. Течение прям достаточно сильное и вас может сносить. Даже будет тяжело доплыть до лестницы. Вот на этом видео посмотрите, как мы с папой плывем и какие волны. Но риф, конечно, невероятно красивый, это нужно увидеть все своими глазами. Людей даже не смущает, что такое сильное течение, и все равно все с масками ныряют, смотрят. И, конечно, здесь вам даже не нужны экскурсии. Можно в любой момент просто взять маску и пойти нырять. К
Кстати, если вы боитесь, то достаточно просто надеть любые плавательные очки и посмотреть под воду. У нас так многие делали. А вчера я видела ската. Очень милый скат. Жалко, что он быстро уплыл. Видимо, понял, что находится не на своем месте. Но я еле успела его заснять хотя бы мельком. 12 сентября 2021 год. Вот сейчас такая вот ситуация, такая погода. Судя по аниматорам местные, они все говорят, что здесь в основном красный флаг. Мне не с чем сравнить. Это единственный отель, который я вот посетила в Шарме. И я не могу ничего сказать, как в других отелях, такие же кораллы есть или нет. Но вот здесь реально очень крутой. Еда очень вкусная, особенно в ресторанах. И в столовке большой выбор. Персонал дружелюбный. Как и везде в Египте, очень ценятся чаевые. В ресторане в рыбном, и нам принесли целого краба. Это как в подарок, потому что мы оставляем всегда чаевые. Кирс реально большинство времени закрыт. Вот нам сейчас веселятся скоро, в 12, да? Мы даже не поплаваем в море, потому что красный флаг. Многие бьются об лестницу, я видела, очень многие ранятся, все в крови там ходят. Но это, конечно, меньшинство, если вы будете осторожны и следить за волной. Если волна идет, то вы, естественно, не поднимаетесь. Два минуса для меня — это отсутствие вообще, в принципе, анимации после шоу, потому что я люблю, ну, хоть какую-то музыку, да, после шоу. А понятное дело, что это семейный отель, и им нафиг не надо. Но даже в семейных отелях, когда я была, все равно была хоть какая-то музыка, она была подальше от номеров. Ну, а тут, конечно, номера так расположены, что, блин, везде будет слышать. Того отеля мы слышим музыку, даже с балкона. У них с утра уже эта долбежка начинается. Он более молодежный, там, конечно, с детьми вообще не вариант, потому что отель тот нон-стоп. Вот во всех отелях, в которых я была, есть дискотека до 12 хотя бы. И местных, которым вообще это не нужно, в принципе, там только вот вчера два местных вышли, потанцевали, это было смешно, потому что, ну, на них это вообще не похоже. Они обычно просто вот сидят и вот смотрят на представление, как в театр пришли. И мы, когда бронировали, конечно, не знали, что не получится поплавать в море из-за мелкоты, и что красный флаг никто не писал. Я не пожалела, что сюда приехала, потому что это моя первая поездка в Шарм, и я реально люблю риф, я люблю на рыбок смотреть. Так что чисто вот из-за этого реально мне понравилось. Еще я рада, что мне удалось попасть в казино в Шарме. Не знаю почему, но мне там даже больше понравилось, чем в казино в Монако. И я играла в рулетку, выиграла. В общем, несмотря на все нюансы, отдых удался. И, конечно же, мы решили проблему с дискотекой даже и ходили в другой отель. Хочу оставить частичку себя, чтобы люди, когда, ну, забивали в поиски, находили меня, смотрели, надо им в такой отель ехать, не надо. Так что, ребят, всем пока! Увидимся в Москве.